Добрый вечер. В эфире канала НТВ Америка, программа «Персона Грата». В студии ее ведущая. Сегодня это я, Валерий Кипелов, и наша гостья, актриса, певица и много еще кто другой, Лиза Арзамасова. Лиза, добрый день. Добрый день. Кстати, Лиза, почему Арзамасова? Никогда не думала, есть ли какая-то связь между городом и, может быть, твоим родом? Ну, не задавала вопрос? Мне часто, точнее, не часто, я вам скажу по секрету, на проекте «Лёд и пламень» у меня есть кличка «Арзамас-16». Она появилась недавно, но вот так. Но мне кажется, что, возможно, есть какая-то связь, но я никогда об этом не задумывалась, но было бы интересно узнать. Лиза, с какого возраста ты себя помнишь и когда поняла, что ты артистка? Когда поняла, что артистка? Ну, как-то я такого прям, что вот я это поняла, не было такого момента. Просто мне очень хотелось заниматься кино и театром, и это со мной случилось в 4 года, такой какой-то переворот в голове. Очень захотелось, стало очень интересно, попросила маму отвезти меня в какой-нибудь, как дети отводят какие-то кружки, да, вот был такой театральный кружок, потом оттуда моя фотография попала в базу данных, откуда выбирают детей, да, на какие-то маленькие рольки, вот меня так выбрали на одну маленькую рольку в моем первом фильме «Ковчег». Я это помню, мне было всего, ну, почти 5 мне было. Роль была маленькой девочки, которая подслушивала за своей сестрой, потом все докладывала маме. Ну, так, ничего особенного, но я помню, сколько у меня восторга было, столько счастья. Это просто не забудь никогда. А студия, о которой ты говоришь, это была музыкальная студия «ГИТИС»? Нет, это была не музыкальная студия «ГИТИС». Я, честно говоря, даже не помню, потому что пробыла я в ней недолго. Это, скорее всего, помнит моя мама название этой студии. Но это не важно, потому что просто я даже помню, меня вводили в разные всякие студии, и я там не задерживалась долго, потому что мне было больше интересно чем-то заниматься, вот таким вот, там, допустим, речью, да, это же важно, или какими-то там делать какие-то сценки, а мне было интересно носиться, веселиться на четвереньках, я помню, я бегала, все надо мной смеялись, я помню, я наблюдала за всеми тоже, во что-то играла, и, ну, в общем, как-то так, я помню, что было очень весело, это единственное. Ну, а в студию ГИТИС-то как попало, кто привел? Меня туда привели родители, потому что тогда я еще что не могла. Там было там? Что там я происходило? Я помню, там были занятия степом. И до сих пор я ничего не помню, кроме, знаете, такое движение шаффл-степ. Вот, только это я запомнила. Остальное время я носилась, меня все обзывали обезьянкой, потому что я на четвереньках носилась вокруг всех, всем мешала танцевать. Вот. Лиза, голливудская актриса Дрю Берримор, которая тоже с очень раннего возраста снималась в кино, играла много ролей, она когда-то в одном интервью сказала, что у нее украли детство. То есть у нее детства не было. Она родилась, и буквально раз-два, и она уже актриса. Ты можешь сказать о себе такое? Нет, это просто... Мне почему-то очень часто задают такой вопрос, как же детство? Да, ты играла в куклы, были подружки. Конечно. Но у всех же детства разные, у всех же детства по-разному проходит. Почему-то создался такой стереотип детства, что девочки должны играть в куклы и бегать по травке, а мальчики должны играть в машинки и гонять мячик на даче. Но мне кажется, что у каждого же детство разное. У меня вот детство такое, и я ему очень рада, и сейчас оно у меня продолжается. Вот, поэтому детство мое сейчас идет вот очень активно. И не заканчивается. Ты сейчас, я так понимаю, либо заканчиваешь, либо закончила школу? Нет, я заканчиваю. Заканчиваешь. И как вот эта твоя, ну, прямо скажем, необычность и масса занятий помимо школы, как они влияли на отношения с одноклассниками, с друзьями, с соседями? Тебя воспринимали как нечто особое или абсолютно нормальные отношения со всеми были? Нет, понимаете, мне просто в школе я с первого класса, моей любимой никогда не приходила, не уходила никуда, и всех там очень хорошо знаю, одноклассников и учителей, и всех очень люблю, поэтому ко мне не было никогда такого особенного отношения. Я как-то, мы все друзья, как большая семья, поэтому, конечно, вот я пропускаю, мне приходится потом догонять своих одноклассников, учителя относятся ко мне с пониманием, за что я им безумно благодарна. В принципе, вот и все. Я знаю, что за все эти годы ты уже успела побывать в Голливуде на одном конкурсе. Расскажи, пожалуйста, про это. Ой, это мне было
7 лет, это тоже было очень давно, как мне кажется, потому что тоже остались, я вот какие-то такие, не помню организационные моменты, что это такое было. Я помню, это туда приехали люди из разных-разных стран, разные люди разного возраста, абсолютно разные девочки, мальчики от 7 лет до неопределенного возраста какого-то. И это был конкурс, я даже... Нет, я помню, что кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то на чем-то играл, кто-то что-то показывал. И я помню, что было очень весело. Я помню, что я пела тоже песенку, но это было ужасно, потому что я не пела ее. Для тех, кто меня слушал, я сама по себе очень радовалась, скакала по сцене, микрофон у меня был где-то здесь. И, наверное, на это было забавно смотреть со стороны, когда 7-летний ребенок скачет по сцене, поет какую-то веселую песню, совершенно забыла о том, что вокруг него есть какие-то другие люди. Вот. Это первая поездка была за границу для тебя? Где ты бывала? Расскажи, в каких странах? Много где. Я люблю, например, отмечать какие-то праздники. Как ни странно, это у меня так, недавно такая болезнь организовалась, отмечать праздники в других странах. Так получилось, что я уже второй год отмечаю свой день рождения. Вот. В другой стране. Вот, например, сегодня у меня день рождения тоже, я в Нью-Йорке. Всю интригу. А в прошлом году в Австрии я отмечала свой день рождения. Вот, очень люблю Белоруссию, Украину, в общем-то так путешествуем, Францию. С кем из театральных и киноактеров, с которыми тебе уже приходилось работать, было особенно интересно и приятно? И почему? Мне, может быть, везет, потому что кто-то часто говорит про каких-то плохих людей, вредных актеров, вредных режиссеров. Но, видимо, вот опять повторюсь, мне повезло, потому что я таких людей не встречала. И все люди, с которыми мне удалось поработать и в театре, и в кино, были невероятно доброжелательные, открытые, радостные. И поэтому я полностью влюбляюсь во всех, с кем работаю, и безумно радуюсь, когда мы встречаемся где-то, может быть, в неформальной обстановке дальше, или на другой какой-то картине. Просто я могу рассказывать об этих людях часами, потому что, например, вот недавно у меня случилась такая замечательная история, я попала к Владимиру Мирзоеву, играя сейчас в спектакле «Принцесса Ивонна», и там замечательные ребята, я встретила их, всех с всеми ими познакомилась, и они просто замечательные. Например, на съемках у него «Поп» я познакомилась с Ниной Усатовой и с Сергеем Маковецким. Это тоже для меня огромное событие, которое я не могла никак ожидать. Вот, это тоже, когда я играла в «Человек-подушки», там тоже были замечательные люди, в которых я повлюблялась. Вот относительно «Человека-подушки» я хотел спросить. Вот эта пьеса по тексту Мартина Макдонаха, это ирландско-британский драматург, она довольно жуткая. Я так получилось, что читал ее буквально совсем недавно, она меня потрясла. Ты, наверное, когда читала сценарий, тоже какие-то такие были страшные мысли. Не боялась играть девочку Иисуса в таком триллере ужасном? Это смотря как к этому относиться. Если так, как ты сейчас рассказываешь, конечно, к этому можно испугаться и убежать. А у нас это вообще очень долгая и интересная история. Нам с мамой, мы с Кириллом Серебренником уже до этого работали, и вдруг он сказал, давай попробуем, вот ставим спектакль, вот дал нам почитать сценарий с мамой. И мы, самое интересное, что мы сели читать эту пьесу перед сном. И что, хохотали? Нет, не хохотали. Когда мы прочитали первые 5 страниц, точнее, мама мне читала вслух, мы очень любим так делать,
мама читала, 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 потом начала как-то пролистывать страницы, проглядывать их глазами и сказала: «Лиз, давай вот ты иди спать, я сама прочитаю, потом тебе в двух словах завтра расскажу». Так. Да, но потом у нас был очень серьезный разговор с Кириллом, он нам все объяснял, рассказывал. И, конечно, после того, как мы... после того, как Кирилл нам все объяснил, невозможно было уже думать о чем-то другом. Хотелось только репетировать, репетировать и скорее это играть.